Добрый день. Это Объединенная служба информации. Меня зовут Александра Шеломцева. Вы смотрите телеканал «Волга-24». Наши корреспонденты в реальном времени следят за главными событиями Нижнего Новгорода, области и всего Приволжского федерального округа. О главном к этому моменту. Коронавирусные рекорды. Россия приблизилась к 1000 смертей за сутки. А что с региональными цифрами? Повод для гордости. Зачем города трудовой доблести собрались вместе? И что закипит в Приволжском районе Нижнего Новгорода? Сразу изменим тон нашей беседы. Новый рекорд смертности за сутки зарегистрирован в России. Это поистине страшное число. 986 человек умерло от ковида в стране за сутки. Больше всего в Москве, в Петербурге и в Свердловской области. И коронавирус – это вновь главная тема дня. Всего за время пандемии в нашем регионе ковидом заразилось 178 410 человек. Это данные на сегодня. 682 человека заболели, 37 умерли, выздоровело 512 человек. И главной новостью Нижегородской области к этому часу стало известие о том, что 66 детей в Арзамасе заразились коронавирусом. То есть теперь болеют еще и дети. С нами на прямую связь готов выйти главный врач Арзамасской центральной районной больницы Курахтанов Олег. Здравствуйте. Мы знаем, что сегодня вас только назначили на эту должность. Олег Юрьевич, как вас встретило новое место работы? И действительно ли 66 детей в Арзамасе заразились коронавирусом? Или это фейк-ньюс, который сейчас все обсуждают в интернете? Добрый день. Да, действительно, 78, если быть точно, детей находятся нарастающим итогом под наблюдением в амбулаторном звене, то есть в поликлиниках, находятся дома с легким течением, без пневмонии. Соответственно, за сутки дополнительно выявилось еще 6 детей с положительным мазком, взятые на контроль. В случае, если у этих детей наблюдается ухудшение состояния, явление дыхательной недостаточности, пневмония или какие-либо другие симптомы, соответственно, по маршрутизации мы их сажаем на машину скорой медицинской помощи и переправляем в специализированный детский инфекционный госпиталь, 23-ю больницу. Можно говорить о том, сколько лет самому маленькому пациенту? Самому маленькому пациенту, ну вот один пациент, один год и 9 месяцев и 2 месяца. В основном болезнь проходит хорошо, не так серьезно? Мало кому требуется перевозка в инфекционную больницу? В основном дети болеют в легкой форме, с небольшой температурой, катаральными явлениями, головной болью. Вот сейчас такая напасть зарегистрирована в Арзамасе. Какие можно дать советы родителям, потому что явно сейчас все испуганы, там двухмесячный ребенок, годовалый малыш. Что нужно делать? Ну, прежде всего, любому родителю, наверное, мы сегодня говорим о том, что нужно выполнять эпидемиологические мероприятия. В данном случае отсутствие контактов с потенциальными носителями вируса, соответственно, это по возможности домашний режим, ну или, соответственно, в случае, если это организованное учреждение, максимально использовать средства индивидуальной защиты. Маски, обработка рук, поверхностей, помещений, в которых находятся. Ну, еще раз говорю, что прежде всего, в случае, если это грудные дети, маленькие дети, прежде всего, наверное, ограничить контакты. Спасибо, Олег Юрьевич. Спасибо. Вот такая история сейчас в Арзамасе. Действительно, всем нужно быть начеку. Большую нагрузку, безусловно, испытывает весь медицинский корпус региона. И впервые за время пандемии сейчас развернуто 8500 коек для больных коронавирусом. Видите, теперь их занимают еще и дети. И стало известно буквально только что, что с 9 ноября при этом Россия возобновляет авиасообщения сразу с 9 странами. В том числе открываются полеты на популярные курорты Египта, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Вот такая история, немного
Странное. Завтра стартует всероссийская перепись населения. Она должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии была перенесена на этот год и завершится 14 ноября, через месяц. Впервые в этом году вводят электронный переписной лист, который каждый гражданин сможет заполнить самостоятельно на портале госуслуг. Окончательные данные будут опубликованы уже под конец 2022 года. И мы можем сказать, что сохраняются ограничения в нижегородских ЗАГСах. Жених и невеста все еще не могут поцеловать друг друга. Масочный режим даже на официальных мероприятиях не отменен. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила Ольга Краснова, руководитель ЗАГС Нижегородской области. Напомним, в помещении на момент регистрации брака может находиться всего 20 человек. А на открытой площадке не более 50 гостей при соблюдении дистанции. В органах ЗАГС также поделились данными и о рождаемости. С начала года на свет в нашем регионе появилось около 20 тысяч новорожденных. Мальчиков родилось 10 208, девочек 9616. Вот так по статистике в регионе уже несколько лет подряд пацанов больше, чем девчонок. Это лучший результат за всю Россию в этом аспекте. Одними из самых популярных женских имен в регионе стали имена София, а самое популярное мужское имя – Артем. Редкие женские имена. У нас за 9 месяцев появились на свет, например, Лукерья, Челси, Вишня, Астра, Матильда, Шуя, Матрёна, Феврония, Ассоль, Ясна. Среди редких мужских имен, ну, не могу не назвать такие, как Спартак, Тамерлан, Май, Август. Свежий, видимо, только родившийся, да, у нас ребеночек, да, Персей, Марс, Космос. Думаю, что сейчас кто-то, кто задумывается о том, чтобы создать свою семью, услышал несколько интересных идей. Говоря о семьях и их будущем, мамы в декрете могут поставить себе прививку от ковида на дому. Для этого к ним приедет бригада из поликлиники. Что нужно для этого сделать и как проходит процедура, расскажет Наталья Лисова. Это наш специальный репортаж. Проходите, пожалуйста. Маргарита Алексеевна, добрый день. Да, добрый день. Будем проводить вам вакцинацию на дому. Пенсионерка Маргарита Харковер прививку от COVID-19 делала полгода назад. Говорит, побочки не было, зато после вакцинации она наконец перестала соблюдать строгую изоляцию. Появилось спокойствие за свое здоровье. Теперь пришло время ревакцинации. Это было мое решение. Мой возраст, обязательно нужно прививаться, так как у меня есть заболевание. Вакцинация от COVID-19 на дому доступна всем нижегородцам. Вызвать врачей могут не только пожилые граждане. Некоторые просто не рискуют отправляться в пункты вакцинации из-за большого скопления людей. Все чаще вакцинироваться дома решаются беременные, а также нижегородцы старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Ежедневно врачи поликлиники номер 3 посещают до 20 пациентов. У нас в поликлинике несколько вакцин. В основном это «Спутник Ви» и «Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина. То есть есть выбор? Есть выбор. Стоит отметить, что вакцина от коронавирусной инфекции требует особых условий транспортировки и хранения. Да и в целом в условиях пандемии врачам приходится соблюдать все меры предосторожности. Маска, антисептик и, собственно, вакцина. Именно такой набор имеется у каждого врача, который отправляется к пациенту на дом. Еще один важный момент. Теперь у каждого врача имеется вот такой специальный бокс. Он позволяет как минимум час сохранять вакцину в замороженном виде. Врачи уверяют, что прививку сделают всем, кто готов защитить себя и своих близких. Служба информации, Наталья Лисова, Иван Масов. Как сказала героиня нашего сюжета, доверяй, но проверяй. Такого же мнения придерживается и Роспотребнадзор. Сейчас в Нижегородской области проходят рейды. Роспотребнадзор проверяет соблюдение антиковидных мер. В салонах красоты, в кофейнях, фитнес-центрах, кинозалах Нижнего Новгорода и области. Прямо сейчас наш корреспондент София Иванова находится на таком рейде, на официальной проверке. Они сейчас находятся в ресторане. София, здравствуй. Расскажи, где ты сейчас конкретно находишься и есть ли нарушения? Александра, добрый день. Мы находимся в ресторане общественного питания в центре Нижнего Новгорода. Я, к сожалению, в маске, потому что в общественных местах, как мы знаем, нельзя присутствовать без маски. Что могу сказать? Сегодня это одно из мест, которое подается четкому взору Роспотребнадзора.
Всего, кстати, отмечу, что на этой неделе, только на этой неделе, Роспотребнадзором было проведено более 600 рейдов. Нарушения, конечно, есть везде, и этот ресторан не исключение. Сейчас я переведу камеру и немножечко покажу, что у нас есть. Во-первых, это покрытие, оно из ткани, которое не поддается достойной санитарной обработке. Это одно из нарушений. Второе нарушение – это отсутствие разметки. А также одно из нарушений – это отсутствие санитайзеров, которые должны находиться во всех общественных местах, естественно. Да. К этому уже многие привыкли. Расскажи, пожалуйста, что грозит нарушителям, у которых ты сейчас находишься в гостях? Давайте я сейчас подведу к нам нашего сотрудника Роспотребнадзора. Это Елена Кочура, она нам обо всем расскажет. Да, хотелось бы сейчас поговорить с Еленой. Елена, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что грозит тем, кто нарушает указ губернатора? Нарушение санитарного законодательства возбуждается дело в отношении юридических материал я передаю. Немного пропадает у нас сейчас сигнал, плохое качество связи. Могли бы еще раз переговорить, что грозит тем, кто нарушил? За нарушение санитарного законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических лиц возбуждаются дела об административном правонарушении, которые направляются в суд для принятия решения по существу. То есть судом принимается решение либо приостановления деятельности предприятия, торговли, общественное питание, либо наложение штрафа. Елена, давайте еще раз обговорим. Получается, вот сейчас мы нашли нарушение. Что вот в данном случае? В данном кафе мы увидели то, что кафе как выполняется, так и не выполняется требования. То есть нельзя сказать, что кафе абсолютно ничего не выполняет. Здесь есть рециркуляторы, здесь персонал ходит в масках, перчатках и запас. Так как качество сигнала все еще оставляет желать лучшего, София, мы попросим вас к следующему выпуску новостей подготовить материал и конкретно рассказать о нарушениях и о том, что ждет это кафе, это заведение общепита, в котором минимум 3-4 нарушения уже точно было выяснено. Спасибо вам большое. Переходим дальше. Итак, сейчас, в июле этого года, Нижний Новгород был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». И вот, столица Приволжья впервые принимает Всероссийский форум «Города трудовой доблести». Площадкой форума стала Нижегородская ярмарка. И главная тема, которую сегодня обсуждали, это сохранение исторической памяти о подвиге тыла в общую победу, вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. И среди участников форума были представители всех 44 городов нашей страны. Тех, кто был удостоен этого почетного звания. Сергей Щеплягин подробнее. Более 150 участников со всей страны форум «Города трудовой доблести» собрал представителей всех 44 городов, удостоенных почетного звания. В гербовом зале Нижегородской ярмарки обсуждают главную тему – как сохранить память и традиции подвига нашего народа, ковавшего общую победу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Собственно, и сейчас трудовой подвиг россиян имеет место быть. Работа тех, кто сегодня стоит у станка, кто работает за школьной партой, те, кто создают новые продукты в лабораториях научных. Одним словом, тыл, как всегда, обеспечивает нам не только настоящее, но и будущее. Нижний Новгород был удостоен звания «Город трудовой доблести» в июле прошлого года. Тогда удалось провести масштабную работу по сбору подписей в поддержку такого решения на самом высшем уровне. Это действительно процедура была не кулуарная, не чиновничья, а за то, чтобы увековечить почетное звание. У нас голосовали прежде всего ветераны, сотрудники предприятий, ученые, которые действительно проявили огромную активность.
Мы собрали более 85 тысяч подписей за присвоение такого почетного звания. В этом активное участие принимали волонтеры Победы. Активисты этого движения стали одними из инициаторов установки соответствующего памятника в Нижегородском Кремле. Много тематических проектов было реализовано и в этом году. Большой проект «Образ Победы» по созданию исторических граффити. Это наш проект по памяти героев, где мы сохраняем историю о наших героях и на могилах убираемся. И, конечно, вот последний – это наш Нижегородский марафон «Доблести и слава. Победный сентябрь». У нас уже прошло порядка 107 мероприятий совершенно различной направленности. Это и просветительские мероприятия, обучающие лекции, мастер-классы, встречи с участниками тех событий, экскурсии на наши производственные площадки, военной реконструкции. Форум будет проходить в Нижнем Новгороде 3 дня. Также в ближайшее время столица Приволжья готовится провести еще один форум «Нижний Новгород. Город трудовой доблести». Служба новостей. Сергей Чеплягин, Михаил Городников. Сегодня также на Нижегородской ярмарке открылась фотовыставка проекта Общероссийского народного фронта «Победа в лицах. Трудовой подвиг народа». Герои фотопроекта – это 20 нижегородских тружеников тыла и ветеранов, которые непосильным трудом приближали победу. Первой с фотоработами познакомилась Юлия Калинина. Она готова выйти на прямую связь и рассказать о работах. Юлия, приветствуй, мы уже тебя видим. Сколько работ собрано на выставке? Расскажи, пожалуйста. Александра, приветствую тебя. Буквально несколько минут назад открылась выставка «Победа в лицах. Трудовой подвиг». И несмотря на то, что открылась она в будний день, мы уже видим достаточно много посетителей. Кстати, среди первых посетителей выставки сами ее герои, ветераны, труженики тыла. Ну, а лучше всех о том, что из себя представляет эта выставка и какая работа над ней была проделана, нам расскажет один из ее соавторов, фотохудожник Андрей Теребилов. Андрей, так, расскажите, пожалуйста, в чем была идея и каковы ваши впечатления от работы над этим фотопроектом? Идея родилась с того, что в прошлом году мы начали снимать ветеранов, просто военных действий. Вот мы делали тоже выставку, а потом пришла мысль о том, что вот у Алексея Алехина, общероссийского народного фронта, что труженики тыла тоже являются, в общем, такими же соучастниками всех действий, что происходило во время Великой Отечественной войны. И мы думали, как это сделать. И так мы сделали первый выставку, уже я снимал, поэтому вторую выставку пригласили, мы стали обсуждать. Вот родился такой проект. Я заметила одну интересную деталь. Кроме того, что здесь портреты, здесь еще и сфотографированы руки тружеников тыла. Расскажите, пожалуйста, что это за авторский ход? Ну, ход, в принципе, не новый, это не мой ход, это такие проекты уже были раньше в разных изданиях похожих. Но смысл в том, что тружники тыла, они же ковали победу, что называется, в тылу, но своими руками. И поэтому заснять те руки, вот какие они сейчас есть, те руки, которые мы сюда были сделаны, помощь нашей армии, для нашей победы, как бы их сняли специально крупным планом. А сложно было работать с ветеранами? Общаться было несложно, потому что все очень с удовольствием рассказывали, с удовольствием вспоминали. Правда, были и слезы, конечно. Вот, и много узнали об этом, о многих в тылу. Александра, ну а подробнее об этой фотовыставке мы расскажем в наших следующих выпусках. Я напомню, то, что посетить ее можно бесплатно. Передаю тебе слово. Спасибо, Юрий. В России планируется создание рекоператоров по управлению жильем. Рекоператоры будут отбирать управляющие компании, на основе конкурсных открытых процедур. Такое положение отражено в проекте стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой. Напомним, сейчас управляющие компании выбирают сами граждане, собственники жилья. И об этом говорят «Известия» со ссылкой на профильное министерство. Из-за новой нормы фактически наши граждане могут лишиться права определять управляющие организации. К тому же стратегия предполагает, что рекоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Но средства эти, видимо, будут собирать с граждан. И получается, что это будет некий такой общий котел на покрытие ущерба. Ну, как это сейчас реализовано, например, с фондом капремонта многоквартирных домов. Однако в Минстрое сообщают, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, поэтому говорить о разработанных инициативах преждевременно. Но мы эту тему уже заявили, теперь можем подискутировать.
Точка кипения хай-тек открылась в Нижнем Новгороде. Это специальное пространство для обмена опытом, рационализаторства и производства. Точки кипения хай-тек открываются по всей России в рамках нового направления нацпроекта «Производительность труда» совместно с WorldSkills, ассоциацией, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Наша точка кипения стала пятой в России. Как прошло открытие, расскажет Екатерина Васильева. Поехали! Друзья, стартап! Точка кипения хай-тек официально открыта. На церемонии представители различных предприятий региона. В ближайшем будущем они смогут оценить возможности нового пространства. Точка кипения хай-тек – место для обмена опытом в сфере рационализации производства и внедрения бережливых технологий. Вышка обладает очень большой компетенцией в том, что касается управленческих моментов. И, конечно, мы ищем возможности для того, чтобы с партнерами, с индустриальными партнерами, может быть, с экосистемными партнерами создавать какие-то новые интересные истории, связанные с взаимодействием, да, чтобы наши компетенции по управлению могли применяться к каким-то интересным задачам. Точки кипения хай-тек открываются в России благодаря новому направлению нацпроекта «Производительность труда» совместно с WorldSkills, ассоциацией, цель которой является повышение стандартов профессиональной подготовки по всему миру. Наша точка кипения стала пятой в России. К нам заявку подают прежде всего те команды, которые уже прошли какой-то путь, связанный с повышением производительности труда, уже восприняли те инструменты, которые существуют, и у них есть внутренний запрос на новый инструмент. По-новому управлять изменениями, включать уже массово своих сотрудников в те же самые задачи. И, собственно говоря, вот это то, что мы видим, да, по призерам. За право открыть на своей территории новое уникальное пространство для обмена опытом и рационализаторства боролись 60 нижегородских предприятий. Эксперты выбрали, на их взгляд, самое преуспевающее в сфере внедрения принципов бережливого производства. Предприятие-победитель за 10 лет накопило солидный опыт по сокращению издержек и повышению производительности труда. Сейчас идет конкуренция не между предприятиями одной отрасли и даже не между отраслями. Сейчас идет конкуренция между бизнес-моделями управления. Бизнес-модель управления российская, американская, европейская, китайская. Поэтому, чтобы наша российская бизнес-модель была конкурентоспособной, должны быть все предприятия максимально вовлечены в процесс повышения производительности труда. Поэтому движение WorldSkills и предложило вот такую идею – точка кипения. Это возможность объединять активных промышленников, которые имеют новые возможности, новые технологии по внедрению бережливых производств на предприятиях. И вот эти вот объединения позволяют воспитывать новое поколение промышленников, которые будут не только внедрять новые инструменты, новые мероприятия в рамках бережливого производства, но уже создавать полноценные производственные системы на предприятиях. Эксперты WorldSkills считают, открытие точек кипения хай-тек со временем позволит создать сообщество производственников нового поколения со свежими идеями и современными технологиями на вооружении. К слову, уже к концу года в стране должно появиться 15 точек кипения хай-тек. Служба информации, Екатерина Васильева, Василий Лысков. В следующий раз встретимся в прямом эфире 15 октября в 11:00. Нас ждет такая тема, как школьникам расскажут об энергосберегающих технологиях. Вот это подготовка к жизни, которой нам всем не хватало в наше время. Организаторы всероссийской переписи населения дадут старт кампании. И ремонт в детской областной больнице завершен. Есть ли нарекания к подрядчикам, проверит специальная комиссия. Увидимся завтра в эфире. Вас ждет Сергей Щеплягин. А мы встретимся чуть позже.